Вы пьете. Угу. Слышите голоса? Голос. Один и тот же все время. Убили кота. И охранника Виталия. Давайте не забегать. Наша следующая героиня – 9-летняя Саша Зорина, исполнительница главной роли в фильме «Аврора». Сашенька, про денежку звоню, напомни, за август. Слушай, нельзя у тебя 40 штук прихватить. Агнюш, привет, как дела? Че ты матом на меня орешь? С кем целовалась? Сама шлюха, сама бездарность. Александру просто всесоюзная слава обрушилась. Все просто были уверены, что у нее сейчас карьера. Не звони мне больше. Представляешь, мне кажется, провалы в память начались. Вы должны были 10-го прийти к нам на прослушивание. Вы опоздали на месяц. И работа трындец нужна. Сейчас в Зеленограде с венграми порно снимает. Для порно худеть надо. Не обязательно. С толстым тоже бывает. Служба психологической поддержки Александра. Вот прям Александр. Шутка про то, что мне мужской голос пропускаем. Лучше книжку достаньте. Страница 42. То отец ребенка вы не знаете. Есть вариант. В августе летом, тогда мы с вами трахались. Я беременна. Ситуация. Честно, поняла реакцию. У меня таких целомудренных отношений с 4 класса не было. Хотя даже в 4 классе. Ничего не понимаю. Спасибо вам огромное за то, что разбили мне сердце. Как конкретно я тебе сердце разбил? Да, мне было стыдно. Если я захочу, чтобы меня кто-то шлюпкой назвал, я маме своей позвоню. Вот, кажется, нащупали. С вас 5000. Тебя вообще пол Москвы ненавидит. Просто конченая баба. Я не хотела тебя убивать, прости. Нет, от этих встреч с прошлым уже руки трясутся. Ну, мать ты даешь. Я даже комментировать не буду.